Добрый вечер, Славутич. Вы, в отличие от нас, в другом совершенно состоянии. Вы уже смотрите этот репортаж после окончания Дня города. А мы с оператором пока только-только входим в состояние праздника. И наш оператор, и вторая съемочная группа будут снимать все о нашем Дне города, о нашем празднике. Мы хотим сразу вас поздравить с праздником, с Днем города. Хотя, собственно говоря, мы поздравляем и сами себя, и вас тоже. Кстати, вчера звонил один из лучших журналистов, пожалуй, лучший журналист, рожденный в Славутиче, Григорий Жигало из Брюсселя, и поздравляю всех славутчан с праздником, то есть и вас тоже. Что касается сегодняшней программы, мы постараемся побывать практически во всех местах, ну, где не побываем, значит, устали. Погода обалденная пока, тьфу-тьфу, чтобы не излазить, солнечная, поэтому с праздником вас, славутчане. Ну, а сейчас мы возьмем несколько интервью людей, которые, ну, приехали к нам в гости, а также, которые сейчас собираются в колонну, чтобы пойти по нашей дружбе народов. И, кстати, первый вопрос. А в какой раз, с вашей точки зрения, у нас проходит Светкова хода? Звоните нам по телефону 236-21. Во вторник победитель, точнее первый, кто правильно назовет, получит специальный приз. Вот уже наши друзья вышли на съемки, так что до встречи на Светковой ходе, на улицах и площадях нашего города. Еще раз с праздником. И, конечно, еще до начала ходы мы постарались взять несколько интервью, что ожидают славутчане от этого Дня города и как они поздравляют наш Славутич. Ваше побажання до Дня міста. Шалених емоцій, злагоди, миру. І головне, щоб ми розуміли, що ми єдина громада, що ми найкращі і все залежить тільки від нас. І обов'язково у нас все вийде. Дякую. Що бажає депутат Верховної Ради маленькому місту Славутич? Я бажаю кохання, порозуміння, поваги один до одного, терпіння, щоб плідна праця була і величезні плоди місто отримувало, так як вчора високу оцінку отримала славутичанка, отримавши путівку і представивши, яка буде представляти Київщину на головній сцені країни в фестивалі «Яскраві діти України». В Славутичі є лице і є душа. Якщо говорити про лице, лице добре, чесне, відкрите, а душа широкая и самое-самое настоящее. Дай Бог многие лета нашему городу, чтобы все было независимо от экономики в стране, наш город процветал. Ну а наша задача – прикладывать все усилия к этому. Что вы ожидаете от этого дня города? Радости. Радости? Благополучия для города, ага, и процветания нашему городу. И пожелания. Да, да. Спасибо. Ожидаю, ну, конечно, праздника. Найперше побажати миру. І знаєте, коли говоримо про Славутич, то розглядаємо бренд Славутича, де дуже гарні слова є – місто нових ідей. І воно дуже гарно реалізовується, Славутичі. Тому кожного дня, кожного року нас тут завжди на цій ході стає більше. А це свідчить про що? Свідчить про те, що ідей стає більше. І це, направду, дуже сильно радує і тішить. У День міста побажати, що найперше єдності, радості кожному, миру, якого ми потребуємо. Найперше, віднайти його у своїх серцях, миру на нашій землі, і щоб наш Славутич процвітав завжди. Тільки хорошого настроєння. А пожелання Славутич? Процвітання, мирного неба – це, ну, обов'язково. Вот. І пусть він буде добрим, щасливим, успішним. И пусть к нему люди приезжают побольше. Да, я рекомендовал уже главе и депутатам местным хотя бы раз ходите на сессию городского совета в Чернигове, поприсутствуйте, увидите подход, ментальность и ответственность, и потом, может быть, у вас что-то в голове изменится. Во-первых, уважение к мэру. И уважение регламента. То есть слово может взять только человек, которому дал слово мэр. Никакой от себя я хочу говорить, потому что это мое право, как это там делает или Борисов, там, или Орлов, или там еще кто-то из них. Это не может быть в априори. Если тебе голос не дали, ты сидишь и ждешь. И настроение хорошего, веселья в городе, чтобы все были довольны, счастливы. А мы желаем, чтобы мы следующий год начали плавать в сентябре. Ага. Потому что у нас мальчик едет, едет на Украину. Мальчик, едущий на Украину. Украину 4 числа, чемпионат Украины. И что у вас, каким результатом оттуда вернешься? Надеюсь, с наилучшим. Наилучшим. Да. Что ты пожелаешь, Славутич? Ну, тебе мы пожелаем, конечно, победы. Наилучшего настроения. Я не знаю. Ты веришь, что осенью, вот твой преподаватель говорит, что осенью уже будет бассейн работать? Надеюсь. Очень хочется надеяться. Что вы пожелаете, Славутич? Процветание, в первую очередь. Побольше рабочих мест для молодежи. Ну, какой-то такой серьезный текст о клоунах.
радости, веселья, смеха, улыбок побольше, чтобы этот год был лучше, чем предыдущий. И также творческих проектов городу, каких-то построек новых, что-то интересное, развитие. И, конечно, в этом экспрессе мы покажем только фрагменты из Дня города. Традиционная праздничная проходка по-прежнему восхищает и славучан, и гостей, которые приехали в наш город. Такого они не видели нигде. Отдельного репортажа достойный оркестр с его дефиле. Открытие Дня города отличалось не только пламенными речами гостей, но и наградами самых достойных славучан. В частности, 13 человек получили відзнаку за особистий внесок в розвиток міста. Высокую награду получил и руководитель телекомпании «Медиадом» Александр Демидов, получил звание «Заслуженный журналист Украины». Чуть позже в помещении детской школы искусств гости соберутся на заседание клуба любителей Славутича, и в честь нашего города прозвучат достаточно много комплиментов. Ну, зазвичай приїжджаєш в кожне місто, говориш теплі, добрі слова. Ну, якось по-особливому хочу ці слова сказати в місті Славутич, щоб люди, які стоять і перед сценою на тебе дивляться, щоб вони зрозуміли, що це щиро і це правда. Знаєте, я дуже багато проводив паралели і аналізував, ну чому от так в місті Славутич виходить. Ну, перше, що дійсно Юрій Кирилович сказав, що більше, напевно, 50 національностей живе в цьому місті. Ну, я вважаю, що основне, да, це от місто молоде, це раз. Друге. Ми всі ж, місто дуже швидко створювалося, будувалося людьми, які в ньому самі живуть. Місто, яке народилося і зразу перевірене в боях, тому що трагедія, яка прийшла на нашу країну, на нашу землю, я б навіть сказав. От. Ці люди, вони на передовій, які ну, зупиняли цю всю катастрофу. І плюс ще така в нас суттєва, я вважаю, складова, це те, що місто є анклавом однієї області. А свою адміністративну приналежність є до іншої області. Тому це місто, воно місто Славутич, воно є локомотивом саме регіонального розвитку. На центральной площади и в парке пришло очень много мероприятий. Среди новых, пожалуй, стоит отметить веселые фестины по-взрослому. Очень серьезные команды подобрались в турнире по волейболу на Кубок мэра. Безусловно, яркой страничкой в программе праздника было, и это уже не первый год, мотошоу с участием каскадера Александра из Козельца. А на вечерней концертной программе рядом с приехавшими звездами очень прилично смотрелись и наши славутические звезды, среди которых отдельно стоит отметить Лизу Дудкину, вокальная студия «Рожева Пантера», которая завоевала гран-при на отборочном конкурсе «Яскравы Діти Украины». І, безусловно, огромне впечатлення отримали юні славучани від виступлення Олейника, бувшого вокаліста групи «Діафільми». Я люблю тебя, это серьезно. Никого, никого, только ты.
В общем, у нас есть, что вам рассказать, и в течение ближайших 2 недель мы будем рассказывать о том, что мы увидели на дне города Славутич-2019. Скриптум. А в воскресенье утром пошел баскетбольный турнир, в котором приняло участие 3 команды. А победила команда, состоящая из депутатов городского совета и мэра, с причудливым названием «О, Ленин».